Приветствую всех. Четвертая часть поселенцев. Проклятые земли. Так называют несколько островов, настолько естественно жарой засухи, что народ Мару, живущий в ней, был вынужден переселиться ближе к берегу, тем немногим клочкам плодородной земли, что разбросаны They were at the heart of Maru culture, a place filled with scholars and farmers alike. But the constant exploitation of the land took its toll. Since the Maru have abandoned most of them, these islands are now inhabited by all kinds of scavengers and thieves who feast on what once were thriving villages and impressive monuments. Процветающих деревень. Ныне от былого величия остались лишь руины на песке, а с плодородных земель одни только саланчанки. Акт 2. Таюзу. Жителям деревни Мару грозит опасность, и мы откликнулись на их мольбу о помощи и защите. Мару столкнулись с грозным противником, на их деревню напала большая чаша айкарагой. На карту поставлены жизни огромного числа людей, и на их призыв о помощи откликнулась сама правительница Мару и ее новые союзники. Но с каждым часом королева разбойников приказывает атаковать все яростнее. Лишь пески знают, как закончится этот конфликт. Ну, еще мы знаем. Наваляем им грибов. Но это не точно. Один из разведчиков доложил мне, что поселение уже атакует. Большинство людей ушли на дальнюю часть острова. Если мы хотим спасти поселение, нужно помочь им защитить его. Мы можем провести разведку и получить преимущество. Ненадолго. Когда они узнают, что мы здесь, нас будет ждать ответный удар. Мы подготовимся к обороне, но это нелегкая задача. Нам нужно больше времени. Мой народ ждет помощи. Мы должны добраться до них вовремя, иначе погибнет множество невинных людей. Так, ну что, постройте склад рядом с деревней Мару. Склад нам здесь надо поставить, но начинаем сразу же бахать лесопилочки. А давайте вот как-то так красиво, чтобы поближе они были друг к другу. И вот так, соответственно, то есть лесорубов, конечно же, лайки. Соединяем здесь, соединяем, соответственно, тут. Что это за дорога, непонятно, ее убираем. И сразу же сюда лесопилка. Так, с лесопилкой, с лесом мы разобрались. Следующее. Возьмем, а инженеров у нас нет, да? Ищем. Не находим. Так, у нас есть 20 человек. Давайте сразу проверим, что тут у нас. То есть нам вот здесь надо разведать. Камень. Нам нужен камень. Я камня не вижу, к сожалению. Давайте одного инженера отправим. А, вижу камень. Сразу же проводим сюда дорогу. Тут смотрим. Здесь нам надо склад поставить. Здесь у нас будет, я так понимаю, железо и уголь. Ага, отлично. По домам у нас пока что все в порядке. Дома будем строить налево, наверное. Так, отлично. Здесь пусто. Видим лес. Отлично. Это ни хрена не камень. An ally is under attack. Так, что вы тут строите? А, вы дорогу строите. Ладно. Давайте тогда вот здесь еще разведем. Вот камень. Что ж ты такой слепой? Сразу же карьер. Две штучки, я думаю. Даже, может, три. Влезет вот так, чтобы уже наверняка. Так, объединяем. Так, что мы там нашли?
Так, и давайте пойдем поможем нашим ребятам, чем можем, так сказать, добрым словом. Здесь тогда давайте, нам нужны вот эти ребята, чтобы быстрее начали строить. И нам нужны, естественно, еще здание гильдии, да, я так понимаю, для набора инженеров. А для этого нужна будет самая мастерская. Здесь мы строим дома. Давайте вот так вот, самые basic такие дома вот тут где-то воткнем. Тут идем, аккуратно разведываем. Так, а почему вы не прошли? Вот так как-то. Вот сюда, допустим. Вот сюда и как-то... Вот так. Что, они сейчас пойдут там? Здесь бы еще проверить. Ладно, я не успею. Давайте лучше разведаем территорию. Здесь сожгут, здесь уже вышка у них есть. То есть... Так, отлично. Тут строится. Что мы можем еще? У нас есть 4, да? Товарища. Соответственно, сразу же вот эту территорию мы разведываем. Смотрим, видим ягоды, которые нам понадобятся. Насколько... Нет, здесь рыба, да, была? Здесь рыба. Лесопилка тоже рыба. То есть, в принципе... построить рыбацкую хижину не такая плохая идея. Но вначале мы копим ноги. Доски пилятся. Бабосик мутится. Так, давайте наверх всех пока что. Как только видим, что освобождается, ребят, всех отсылаем сюда. В первую очередь. Еще два освободилось. Нет времени отдыхать. У нас с домами проблемы уже. Дом, мы видим доски. Соответственно, не строим, пока не построим здание гильдии. Так, и давайте сразу уже дорогу проведем, чтобы потом не было проблем у нас. Вот так вот. Кому-то даем задание сразу копать. А здесь разведываем вот эту часть. Так, значит, лесничий. Что у нас по дереву? Возобновляем он или нет? Тут нет, а вот здесь. Здесь возобновляем, значит, нам лесничий не нужен. Так, но нам уже нужны дома. Соответственно... Давайте, как мы и думали, бахнем дома здесь, потому что тут нам ничего не надо строить, в принципе. Целый дом можем построить, но не густо, конечно. Так, ребята, вот здесь, пожалуйста. Всё. Так, уже изучаем. Здесь пока что проверяем. Можем ли мы куда-то забраться, что-то какие-то бонусы получить. А тут уже военных надо выходить, учебный плац. Но вначале здесь надо разведать. Так, тут смотрим. Ничего не видим, территория расширена. Территория расширена, это для наших рыбаков. Так, смотрим, где здесь хорошо. Вот. Да, resources вот found. Проводим, отлично. Союзников там выносят. Вот, кстати, почему я пошел. Нашли еще. Resources found. Отлично. Сразу же ставим уголь. А, ну хотя нет, пока они все разведают вначале. Потом мы уже будем думать там. Потому что там еще один ресурс, мне кажется, должен быть. Так, камня очень много. А вот с деревом у нас проблемы. Соответственно, вы, пожалуйста, давайте сюда. Так,
наших врагов, наших друзей, точнее. Тем не менее, уничтожают, и видим еще лес. Отлично. До сих пор еще строятся инженеры. Нам срочно они нужны. Прям вообще инженеров не хватает. Сразу же карьеры бахаем. Что у нас? Угольная, да, получается, и железные рудники. И надо сделать так, чтобы они не пересекались. Так. И вот. Вот так. Так, и угольную. Одну хотя бы воткнуть. Отлично. У нас проблемы жесткие с вот с этими ребятами. Инженер. Наконец-то. Сразу десяточку. Носильщиков у нас не хватает. Тут заканчиваем разведку. И теперь, после того, как разведка завершена, уже можем выдвигаться помогать нашим братюням. Плюс на нас еще могут напасть. Соответственно, откуда они могут напасть? Вот с этой точки, я так понимаю. Здесь у нас все... А, нет, здесь вот, да? То есть сюда надо воткнуть вышку будет. Обязательно. Но вначале строим дома. Раз. Жесткая нехватка. Так, вот здесь вот, пожалуйста. Враг получил подкрепление. Это плохо. Что у вас тут? Почему работа прервана? Нет доступных месторождений. Вы издеваетесь? Быстро вы ушатали все дерево. А ты что? Место для хранения. Так сюда, на склад несите. А, у меня проблемы с носильщиками жесткие. Я вас понял. Прям беда, надо было больше домов строить. Давайте прям упарываемся в дома тогда. У меня жесткие проблемы с досками. Хотя показывают, что тут главное вверх, тут вниз. Интересно. Я понял. Короче, у нас проблемы жесткие с этим. Зато теперь вон сколько камня. Умощенную дорогу. Так, я что-то зря полез. Это уже вражеская территория. Ну, зачистим, чтобы они тут не копились. И отойдем. Здесь вышка нам. Так. Появились бабки на дома. Как-то вот так вот давайте. Все дома заняты, я понимаю. Так, вот здесь стойте, пожалуйста. Так, и вот они сразу, да, идут. Зря, мне кажется, я их заманил. Так не так уж и мало. Я пятерочку потерял. Так, а у меня тут, ребята, проблемы. Носильщиками. Десятку нам уже вырубили. Давайте лучников доберем вначале. Что я уже союзником, мне бы себе помочь. Не то, что союзником. Так, инженеров сколько у нас? 13.
Давайте вот здесь вот лес, пожалуйста. Сюда вот мне надо добраться и к лесу. Let's get to work. Здесь там склад, да, надо будет построить. Но вначале все в дома идет. И в лесопилки. И туда надо дерево. Но, блин. А, ну вот уже начались эти носильщики начали появляться. Это хорошо. А лесорубы опять заработали. Так, на союзника все нападает. Мне надо еще дома. И следующий я уже строю два лесоруба. Проведем сразу дорогу, чтобы там. Как-то так аккуратно, чтобы не сломать деревья еще. Ну вот как-то так. Так, расширено, отлично. Let's get to work. Здесь все зачищено, вот это. Can I carry more? Что у нас? Давайте парочку искателей приключений. А, ну досок нет, не надо мне тогда, нет. Доски тратить нельзя. Лесорубов вот надо жахнуть. Ой, как бы тебя воткнуть. Нигде не влезаешь, да ты? Что такое? А, уже доску, уже где-то то самое, угнали доску, пока я там выбирал место. Так, отлично. Одно есть, я хочу еще одну. Еще одних лесорубов. После чего лесопилку где-то здесь. Когда сюда склад можно будет воткнуть. Так, давайте. Или вот здесь где-то. Есть тут возможность куда-то воткнуть ее? А, уже опять, да, досок нет? Я понял, там доски на расхват. Так, территория расширена. 5 человек свободных. Давайте здесь на будущее. Так, и вот опять появилось для лесорубов местечко. Да что такое? Давай так. Все, и здесь будет лесопилка. 5 досок. Не просто будет накопить. 9 всего человек и одни лучники. Можем ли мы вышку построить? Башню, бастион. 10 досок. Ну все, короче, все в доске сейчас. 5 экономики. Идет. Ждем. 4. Еще одну. Ну, давай. Донесут там уже. Отлично, сразу строим, чтобы никуда в другое место не унесли. И ищем вот этих ребят, чтобы вы построили побыстрее. Yes? Давай. А, уже есть все. What's up? Отлично. Так, 3 человека у меня на вот эту территорию. Теперь давайте одну вышку здесь воткнем. То есть нам надо 10 досок накопить. Это реально 57 камня. Это значит, что можно смело вот мощеную дорожку. Вот этот артерия у нас будет по-любому идти. Как это сделать красиво? Вот так. Она будет вести к складу. Соответственно, здесь где-то будет склад. Ну и давайте... Камень этот закончится, сюда нету смысла. Здесь тоже закончится, здесь он уже закончилось. Доски копим, наверное, на вышку вначале. Башня хилит, но нам надо бастион. Тут лес возобновляем. Возобновляем, отлично. Соответственно, давайте лес, пожалуйста, мне.
Так, а почему? А где все? Я не понял. Все, пошли досочки. 5 штук. Отлично. Так, И вообще, я хочу на самом деле вот здесь вот воткнуть. В узком помещении. В узком месте. Точнее. Давайте бахать еще один дом. Даже два, наверное. Пока они тут не разведывают. И я бы еще взял, наверное, спиток. Ты что тут стоишь? Иди помогай, ребята. What's up? Так, здесь. В чем проблема? Нет дерева. Ну тогда это нахер. Вы что, не достаете, что ли? Ну, давайте вот построим так. Хотя вон вроде достают. Здесь работают две на одну лесопилку. Здесь ягоды у нас будут. И, соответственно, еще одна. Один лагерь лесорубки. Так, у нас есть уже все, что нам надо. Ставим вот так вышку. И прикрываем. Все, здесь Let's больше нам ничего разведывать не надо. Ну вот это кроме этого куска. Туда не ломимся на красных сейчас. Это, опять проблемы с ребятами, соответственно. Дома выстраиваем. Насечками. Уже копим на склад, чтобы выполнить задание, после чего будем уже в войска выходить. 7, да, нам надо? Отлично. Ждем. Посмотрим, надо ли будет здесь еще одну лесопилку добавить, или хватит. Точнее, лагерь лесорубов, конечно. Так, тут мы разведали. Вот здесь вот. И тогда надо будет уже исследовать. Появляются носильщики свободные, это хорошо. Здесь мощеную дорожку проложим. Вот так вот, отлично. И можем построить клад. Соответственно, пахаем его. Вот так. И обкладываем мощеный дорогой. Вот, камни куча. Надо его потратить, естественно. Так, отлично. Нету инженеров. Сколько у нас их всего? 25. То есть пятерочку добавляем. Рыбацкую. Что у нас по рыбе? Давайте прикинем. 8 штук. То нам надо рыбы ускорять. Здесь рудники бесконечные, но тут ягоды. А лесопилочку, наверное, надо ускорить. Но здесь уже как бы и деревьев не осталось. Надо срочно уже здесь строить лагерь лесорубов. Давайте вот один здесь. Один здесь. Один тут. Для начала. И, соответственно, сразу же лесопилку тут ставим, которая будет это все дело обслуживать. Опять у нас проблемы с людьми. Соответственно, строим дома. Сейчас прикинем, как только. Нету опять леса. Да, есть. Просто здесь... Не, можно здесь ставить. Так, склад построен. А что? Я не там его построил? Здесь надо было? Рядом с деревьями Мару. Вот прям. Чем вам не нравится? Так, сейчас будут нападения. Давайте сносим склад, пока его еще не достроили.
Сносим эту дорогу. Камень, я так понимаю, мне никто не вернет. И смотрим, где они хотят склад. Я, наверное, на всякий случай еще вот разведаю вот это, прежде чем ставить. Ресурсы начинают копиться. Соответственно, сразу ставим еще железный рудник на будущее. Нет, вначале пониже угольную шахту, чтобы она не мешала руднику, потом, точнее, рудник шахты. И сразу каменную дорогу проводим. Так, здесь ребята отдыхают, 5 человек, да? Идем сюда разведать. И дорогу сразу проведем. Древесина закончилась, тут она не восстановится. Соответственно, вот раз была уничтожаем, вот здесь опилку тоже. Тут на всякий случай оставим, мало ли что-то вырастет, но я не верю. Здесь еще они не разведали. Тут у нас что? Ага, нету насечников опять. По домам прям вообще мы не успеваем. Так, давайте вот так. Как-то. Да, у нас прям вообще. И теперь склад строим. Вот центре, пожалуйста, как вы просили. А, у меня уже все закончилось. Да? Ладно, ждем. Так, отлично, камень. Enemy in sight. Вышка у нас уже есть. Стоим сзади, за вышкой, она будет танковать. Я построил бастион, я не ту вышку построил. Я молодец. Ну ладно, бастион тоже неплохо, он как бы это самое. Он будет протанкует хотя бы. Такое все, конечно. Duty calls. Order received. Duty calls. Moving out. Так, начинаем микрить. Duty calls. Duty calls. Пойдем. On patrol. Order received. Ставим, чтобы он бегал. И уже, как бы, вы понимаете, что у меня уже проблемы начались. Но я все равно хочу вначале склад воткнуть. А что, у меня может это закончился? Последняя каменная глыба, да? Вот это беда. Я надеюсь, хватит на карьер. То есть на каменоломню. Давайте тогда две каменоломни. Сейчас мне уже я атаку отбил, то есть я успею. Я надеюсь. Только что было до хрена камня, и уже его не стало. Прям беда какая-то. Так, здесь какая-то дорога странная. Давайте попробуем провести вот так. Грунтовая дорога, она бесплатная. Так что... по кругу как-то ходит. Так. Все, да, работа прервана. Уничтожаем. Может, какие-то ресурсы вернутся. По крайней мере, носильщики освободили. 5 камней. Я бы вышку построил вначале. Хотя... учебный плац. Но мне надо вначале будет что сделать? Учебный плац, да. Железо я уже могу, да, там получается? Что мне там надо будет для этих ребят? Для найма войск. То есть мне нужна будет
плавильня и оружейная. То есть без этого мне нет смысла ставить учебный плац. Ну, ждем тогда. Придется без склада пока что тогда. Давайте разведаем. Вот так вот, ребята, не тратьте камень по пустую. Пустую, точнее. Могут начаться проблемы. Так, подождите-ка. Что тут нам, может, выдадут вот сюда? А, у меня нету монеток-то. То есть за 50 монет. Не дают. А, десяточка есть, но все равно нет. То есть я понимаю, нам надо там построить какой-нибудь, получается, причал, поменять, но сейчас у меня хватает задач. Ждем плавильню, ждем камень. Нам надо, получается, 10 камней. Далеко, я понимаю, что далеко, что поделать. Давайте таскайте. Вот здесь вот вырубаем рыбу. Точно. И ускоряем. Здесь все разведано. Разведаем нашим союзникам территорию. И здесь, кстати, как мы видим, еще одно можно лесорубов поставить. Потому что деревья остаются. Леса у нас до хрена. На самом деле, может, и стоит причал построить. Чтобы лес обменять. Давайте по ресурсам. Камня, угля. Очень много. То есть угля и железа. Камень у нас как раз проблема. Так, здесь можно как-то остановить? Мне не надо столько больше пока что. Вот эти инструментов. Хватит тратить камень. Инструментов хватает пока что. Так, ну вот, плавильню мы наконец-то ставим. Поближе давайте вот так сделаем. Плавильню поставили и сразу же оружейную кузницу. Чтобы они были рядом, чтобы удобно было искать. Территория расширена. Здесь у нас все. Проверяем, где еще не расширено. Вот тут давайте. По рыбе. Нужна ли нам еще одна рыба? 6. И рыба уменьшается, да? То есть, я понял. Значит, нам нужна еще одна рыбацкая хижина. Ставим ее тут. 56 свободных носильщиков. Инженер занимается какой-то херней. Берем пятерочку, направляем заниматься нужным делом. Давайте здесь. Так, это закрыто, наверное, когда мы склад построим, тогда они нам выдадут этих ребят. Все, вот, постройте склад. Строим посередине. Нет, мы вначале строим башню. Потому что у нас нет войск. И что-то мне кажется, что не успею я войска построить вовремя. А эта башка, хоть башня, хоть атака по области нормально может затащить. Плюс 3 в минуту, да? Ну, давайте быстрее, пожалуйста. Я жду. Очень далеко находится, конечно. Ребята тащат. Отлично, все. Потому что еще одну атаку мы могли бы и не пережить теоретически.
поставим ее чуть впереди. Ну и давайте чисто парочку вот этих вот. Три. И наконец-то мы можем учебный плац. Важное здание где-нибудь здесь построим, чтобы поближе сразу можно было идти. Если на нас кто-то будет нападать. Мяса у нас нету, к сожалению, пока что. Тридцать инженеров, но уже мы херней страдаем, то есть инженеры нам особо не нужны. Так, чуть-чуть выправляется ситуация. Склада до сих пор нет. На наших союзников вроде пока что не нападают. Они не развиваются, я смотрю. Ну, давайте тогда будем территорию захватывать. Поговорите с торговцем. Как с ним поговорить? А, торговец, то есть мне надо еще 40 монет. Ой, блин, как сложно-то. Склад, ждем дерево. Еще единичка осталась. Вот центр, вот. Я надеюсь, здесь. Жаль, конечно. Камни не будем обкладывать, уже понты закончились. Да, здесь ничего не выросло, соответственно, сносит. Нам нужен здесь вот склад один, получается, да? Где-то вот тут. Чтобы быстрее носили. Так, и наконец-то мы начали уже клепать щитовиков. Нам надо уже в мясо выходить. Но вначале тогда мы все-таки должны построить... причал, чтобы начинать деревом барыть, потому что дерева у нас очень много. Ягоды, что там на ягоды надо? Так, где у нас собиратель? Один камень? Нет, вначале причал. Причал строим. Так, и на нас нападают сейчас. Мы уничтожим рыбу. Ну, как говорится, а что поделать? Так, войска мы не успеваем, но вышка есть. Отлично. И вот работяги тоже сказали, мы вам поможем. Морально. Правда только. Так, вроде мы здесь, да, заказывали. Ready to explore. What's the target? Такая себе, конечно, армия. Давайте собирателя построим. Пусть ягоды копятся. Что у нас по складу? Камень далеко. Здесь, конечно, мощеная дорожка точно не помешала. Но пока что к нам никто не идет. Так, давайте сразу включаем автопокупку. Так, и здесь у нас... А, кстати, здесь ягоды как раз и пригодятся. Давайте на одну включим, на один железный рудник, чтобы работал. Железа у нас достаточно.
тут у нас все работает на рыбе. Рыбы нету. Почему-то. Насечков есть. Насечки есть свободные, так что. Смотря сколько стоит рыбацкая. 2-1. Давайте еще одних захерачим. Enemy in sight. Так, вот и ребята. Но это должно вытащить. Так, у меня еще здесь уже ребята подтянулись. Еще два строятся. Мы помним, какая-то имба вот эта тема. Enemy reinforcements arrived. Нормально, да, вытаскиваем. Так, мы пока что лезем. Зря я, наверное, полез. Надо было, чтобы вышку танковали. Отлично. Так. Уничтожили все склады врага. Защитите Мару любой ценой. Enemy in sight. А как это я сделаю? Enemy in sight. Мне кажется, не нужно было мне склад строить. Я дома заняты. Так, тут дороги. An ally is under attack. Тут еще строительство. Боже мой. Что у нас, кстати, по... Давайте еще одну жахать оружейную кузницу. Где у нас оружейная кузница? Поселение, вот ресурсы. An ally is under attack. Золотой рудник, а где его построить, кстати? Рудник самоцветов. Ну я тут это никак не... Но тут вышки есть. Вы там, ребята, держитесь, как-то. Морально я с вами. Так, достроился. Давайте продаем дерево. Сразу. Полтос. I can build almost anything. Ребята, у меня отдыхает 25 человек. Давайте. Делом займитесь. Где вы там что-то можете? I can build almost anything. An ally is under attack. Да я вижу. Мое сердце обливает кровью, когда я на это смотрю. Но я ничего сделать с этим не могу. И выстраиваем, давайте уже цепочку. Получается. Ферма. Enemy in sight. Easiest job today. Какой enemy in sight? Что, уже опять идете? Ready for duty. Уже потихоньку начинает копиться. Здесь давайте лучников. Камень пошел вверх, соответственно, здесь ну, давайте. Поставим склад. Еще один, чтобы они так не бегали долго, постоянно. Соответственно, здесь будет дорога вот в этот вход. Enemy in sight. You need protection? Тут вышка доберет. Enemy in sight. Там жесткая уже толпа на самом деле. Reporting in. An ally is under attack. Посмотрим, что мы не построили. Карьер, дом. Смотрим, носильщиков не хватает. Надо дома строить. Дорогие дома, конечно. Что поделать. Что, по деньгам нам привезли деньги? 40 только, да? Ну, ждем. Я, кстати, простые доски, да, продал? Нет. Почему здесь такие выглядят? Ладно, нету времени ждать, давай.
И что? Этих два чувака уничтожат все? Давайте поможем. Нет. Страшно. Что у нас по войскам? 2. 6-2-2, то есть тут 4. Да. Лучник строится. Проблема с железом, да? То есть ты не справляешься, тебе надо мясо. Лови. Строим еще одну. Вот здесь, кстати, можно дорогу провести. Вот это убрать. Trade completed. Корабль вернулся, отлично. Это значит, мы питок сюда отправляем. Тогда у нас здесь уже какие-то варианты появятся, я так понимаю. Корабль вернулся. Камень мы можем купить дорого. Это вообще космос стоит. Давайте пока еще досок продадим чутка. Будем думать. Что тебе не нравится? Нет. Фермы 2 надо. Носильщиков нету. Так, этих два чувака уничтожат все. Давайте вот эту группу отправим. Вот так. Сюда. Тебе что? Ресурсов нет. Плавим. Мясо нам надо. Больше мяса. Скотный двор для этого нужен, но для этого нужен камень, которого у нас нету. Здесь в чем проблема? Вырыли всю рыбу, что ли? Вот же рыба. Не рассказывают сказки. An ally is under attack. Даже здесь эти надо. Так, отлично, склад есть, то есть камень сейчас побыстрее будут носить. Дерево тут прям вообще вагон. Третью бы оружейную еще впихнуть, но у меня плавильня не сплавляется с этим. Соответственно, давайте здесь подрубаем на железо и на уголь, а на уголь хлеба нет. То есть нам надо еще вот эти товарищи, где ты? Фижно-собиратель, еще одна. Давайте еще две поставим. Так. Где наши ребята уже идут? An ally is under attack. Пока что один учебный плац справляется. Золотой рудник самоцветов. Я еще не видел, куда их ставить пока что. Ты нам пока не нужна. Монетный двор. Золото на это, но мы не можем. На будущее ставить. Вот это здание. Как-нибудь красиво. Duty calls. И что у нас тут еще по войскам? Хиллеров, да? Our army is under attack. Standing by. Все. Quickly. Возвращаемся. Я смело. Так, наконец-то, торговцы, наемники, беженцы, все эти люди собрались здесь, чтобы защитить свои дома и семьи.
Знакомая ситуация, даже слишком. Мару попросили нас о помощи, о защите. Возможно, вместе мы сможем спасти оба народа. Так, ну уже тут какие-то начинаются трудности. Вот это хорошо. Прям. Так, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Несем 500 монет, да? Раз, два, три, четыре, пять. Несем сюда. А, недостаток. То есть 500 монет мне надо. Сколько у меня есть? 360. То есть 500 туда, 500 туда. 740. Ну давайте на 800. А, ну еще торгуем. К сожалению. Так, и что, или это мои были ребята? Не, не, мне вот дали. Все нормально. То есть 5-5, все на десяточку. Отлично. Сейчас уже пойдем ломать черепа. 11-11. Получником у нас проблемы серьезные. Давайте-ка. Так. Ну, помочь, получается, надо. Сейчас и на меня могут напасть. Давайте вначале сами же защитимся, и тогда уже поможем нашим товарищам. Enemy reinforcements arrived. Да, я понял уже. Академия, давайте. Может, какие-то апгрейды там получим. Сможем сделать. Дорога в никуда. Я думал, она куда-то идет. Ну, сейчас отобьемся, и тогда сами пойдем в атаку. On patrol. Да, тут нам для шаманов. Но шаман это умнее здание уничтожает. То есть. Так, тут вы убьете, но вышки вас остановят. Duty calls. И дальше я уже начну ломать. Yes. What's up? Здесь уже страшно разведывать. An ally is under attack. Пока там вышка вражеская стоит. Как у нас здесь успех? Хлеб нам нужен. Что у нас по хлебу смотрим? Пшеница. Давайте. Одну подрубаем. И я бы еще одну построил ферму, наверное. И пекарню. Ферму. Пекаем тут. И пекаем. Как-то вот так. 15 вообще просто. Хижина охотника. Но у нас нету. Так, здесь дорога. Может пройти вот так. Да. Соответственно, здесь пахаем дома. Что это у нас? Найдите подходящих этих самых рекрутов. 10-10-10. Так, вот, ребята, давайте отбиваемся и идем тогда помогать нашим ребятам. Ой, так это уже к нам идут. Это неожиданно. We are under siege. Так, это откуда они идут? Отсюда, да? То есть здесь уже вышки надо строить. Получается. Здесь точно не расходуем, потому что нам нужны здесь бабки. 360. Давайте четверочка. Trade completed. Так, отлично, сразу же еще продаем. Еще давайте сразу на. Так. Здесь две вышки будут.
Так, а вас что забыли? И смотрим. Очередь уже нормальная, то есть надо добавлять, получается, учебный плац. Как-то вот так. Так, тут пока что нет смысла ускорять, потому что нет, получается, железа. Как у нас тут дела? Мы справляемся вообще? Как-то выглядит, что не очень. Не справились, но как-то слабенько. Соответственно, давайте здесь две вышки поставим, чтобы защищаться вышками, под вышками точнее. Так, нам нужна башня, точно. В густом пространстве. И бастион. Так, у нас вообще ни хрена не осталось. 12 лучников. Это прискорбно. Что у нас по ресурсам? Тут рубят. Почему работа прервана? Ага, то есть не успевают насечки, да? Но дома строятся. А почему дороги? А, вот здесь. What's up? Что вот здесь надо? То есть уничтожьте все склады. Давайте дойдем просто, да? То есть мне навалят, может, сейчас людей. I don't feel very well. 16 лучников. Двести двадцать. Как у нас здесь успехи? 460. А, здесь алмазы, да? Где алмазы брать, я вот не понимаю. Идем сюда. Ягод уже хватает. Рыбы, мясо. О, нет. Можно ли еще где-то поставить рыбацкую деревушку? Я не вижу. Где? Дальше дома вот здесь можем построить, кстати. Место хорошее. Где золото брать, до сих пор не понятно. Приманку. Давайте поставим. 5-5, как пригодится, чтобы не терять свои войска. Но вообще бы уже на самом деле каменную бы дорогу провести. Хлеб у нас начал появляться, вот мяса нет. Пшеница нужна. Пшеницы у нас тоже нет. Соответственно, нам надо ферма в первую очередь. И скотный двор. Носильщиков нету. Камня нету. Идет доставка. Пока строим тогда пару домов. По железу проблемы.
Хотя тут уже с ягодами как бы более-менее. Ну, давайте. Я готов награду получить. Или кто тут? Нужно эти товарищи? Как эту награду получить? Можно узнать? Найдите подходящих реку. Что это значит? Не очень понятно. Может, надо вот покопать? Ой, блин, а? Нет, а защитить просто. Доберитесь. Ну вот я добрался. Беженцы из ближайшей деревни Мару ищут убежище здесь. Кто знает? О, еще ребята подходят. Давайте несите уже быстрее. 5-5. Кстати, сейчас здесь уже скоро будет. On patrol. Давайте идем защищать. Тут только башня построилась. Бастион нету. Давайте приманку на самом деле. Enemy in sight. Да, я понял. Reporting in. Enemy in sight. Разделиться. Так, здесь. Excuse me. An ally is under attack. Тут чисто лучники. Походу это кто? Стоим под вышкой. Duty calls. Ready. An ally is under attack. И улыбаемся. А выглядит, что нам тут уже габелла. I think I'm hurt. Moving out. Давайте на вышку. Но у нас уже тут критическая масса вроде какая-то начала копиться. Не знаю. Можем мы что-то сделать. Их довольно-таки много. Постоянно появляются. То есть непонятно, справимся мы или нет. 24. Давайте пару шаманов. Any orders? Пару получилось, получилось один. Но я вот не понимаю, как эту миссию, что же, что надо? Найдите подходящих рекрутов. Каких рекрутов? Катер приключений, давайте его оттуда отправим. То есть... Вас нет. Где? Так, это уже на нас здесь будет. Тут прям большая очередь, но это из-за того, что мы принесли. Мы можем еще один воткнуть, чтобы был черный плац. А здесь через 5 минут еще позвонят. А здесь, кстати,
можем отнести 50 монет. Что у нас тут? Можем что-то продать? Они еще носят. А, я понял. То есть я все-таки не дошел. Это наша последняя надежда спасти деревню. Мы собрались, чтобы предотвратить худшее. Мы не имеем права на неудачу, ведь тогда эти люди потеряют все. Если бы только все сложилось иначе. Надо было, получается, не войска подводить, да, а инженера. Где же вы, ребята-то, раньше были? Ай, где там это все? Куда это все ускакало? Ну вот теперь я готов ломать лица. На самом деле. Давайте убираем. 64 человека, как бы. Давай. Расскажи мне. Так, а мы можем как-то здесь захватить территорию? Вот этих ребят как бы как-то прикрыть можно или нет? Ждем, пока войско дойдет, пока тут как раз достроится. И уже как бы лучников у нас не так много, да, я смотрю? Соответственно, переходим на лук хотя бы один. И смотрим, 24-22. 10 лучников. Ну, давай тогда еще. Так. Но это не серьезно. Появился камень, и я камень хочу вот здесь вот обязательно сделать. И, кстати, плюс 20 скорость передвижения. Я бы хотел изучить. Как это изучать? Разблокировать мне нужен топор. Так, награды получили еще. Отлично. Все, выдвигаемся. Берем ребят еще. Ну, такая армия должна тут все снести. Так, исследование завершено. Отлично. Давайте еще. А где сколько это стоит? А, 4. Я понял. Вот теперь нам понадобится. Где тут? Вот, мастерская. Теперь нам нужны будут инструменты. Давайте сразу две бахнем. Чё по домам? 319. По домам проблемы, серьезно. На самом деле. Research completed. Недостаточно ресурсов. Ладно, вырываемся. А здесь видим эту вышку. Это мы одним чуваком вырываемся. Чтобы сделать. Потому что он сейчас сагрится сюда и помрет. Все, ждем. Ждем. Все. Полетели. Здесь. Давайте вот здесь расследуем, чтобы. Кстати, вот ресурсы будут. Так, отлично. Сразу же здесь попробуем провернуть. I'm on my way. Moving out. Of course. I need some rest. Я не понял. Quickly. Убил двух человек, гадин. Попла. Че, ее тоже уничтожить, чтобы тут мало ли кто забредет. Сейчас вот этими ребятами сразу
будем здесь захватывать территорию. Подбираем, кто тут еще у нас появился. Так, это можно вот так сделать, выделить. И здесь также выставляем строить все. Тут у нас лучник, смотрим по лучникам. 18, в принципе, достаточно. Ставим так. Тут идем дальше. А здесь надо сообразить, где мы находимся. То есть нам вот сюда надо, чтобы здесь вышки воткнуть и останавливать нападение. Дальше здесь надо все запущено. Смотрим, чего хлеба не хватает. Соответственно, ставим еще одну. Проверяем, что хлеб. Хлеб есть, просто не доносит. Тут. Чего можем купить? По 5 этих. По 5, чтобы у нас были... Нет, открыватели дор. Так, смотрим. Пятихаточка там нужна. Это мы уже не боимся. Отходим. Видим ресурсы. Enemy in sight. Так. Замечен враг, замечен враг. Летим туда. Enemy in sight. Нападение врага. А, это нормально. Я хочу начать тырить ресурсы по чуть-чуть. Давайте вынесем. Сейчас их найти бы. Так, отлично, 15 человек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда. За ресурсы. Так, ну мы уже чуть-чуть не успеваем. 73, смотрим, 28, 24. И вспоминаем, что мы хотели сделать. Что у нас по скотному двору. Надо ослов парочку на самом деле построить. Но нам мясо надо. То есть давайте сейчас еще один скотный двор построим. Чтобы сделать ослов, потом переключим на мясо. И тогда нам сразу же ферму надо на будущее бахнуть. Что у нас тут? Да, пшеницы не хватает. Отлично. Раз, два, три, четыре. Вот это берем. Раз, два, три, четыре. Вот здесь. И давайте сюда за это почистим. Посмотрим. Здесь я бы чисто на всякий случай построил бы башню. Видим камень, но камень, блин, хрен знает, сколько его тащить надо будет. По домам у нас до сих пор проблемы, но я думаю, уже этим войском мы тут все снесем. Нормально так уже накопились, в принципе. Enemy in sight. Опять байтим вышку. Именно воинам его больше всего здоровье. Ждем. Здесь, кстати, надо отправить ребят. Раз, два, сюда. А, уже в пути, да? Так как нам нужно золото, надо что-то продать. Но у меня уже как-то не будет. Хотя досок вон у меня сколько. Почему? Так, давайте глянем. На этом складе так мало. Давайте установим, что здесь должно быть всегда 70. We are under siege. Enemy in sight. Не успел я здесь, да? То есть мы возвращаемся, к сожалению. И пойдем с этой стороны тогда. Просто.
Тут у них уже нету вышки. Поэтому бежим на перехват. Enemy in sight. Это проблема может быть. Чем мне по этим? 24, да? Давайте. Enemy in sight. Человек продолжает здесь разведывать. Вот эти 8. Все надо забрать. Recruitment complete. Так, ну здесь еще есть вышка. An ally is under attack. Такое себе, конечно. Нужны носильщики. Просто не хватает домов. Ждем, пока досок побольше принесу. An ally is under attack. Тут прям на тоненького у нас получается. Очень медленно они бегут. Неси товар. Тогда беда будет. Но должны. Сейчас на вышку досаживать. Соответственно, здесь ставим вышку на будущее. Хотя бы бастион, который задержит. Так, врага союзника спасли. Enemy reinforcements arrived. Здесь our army is under attack. Как уничтожаем, сразу возвращаемся. Парочку ребят строим. 32. Столько нам уже не надо, наверное. Для чего там они нужны были? Для исследования, соответственно. Recruitment complete. Продолжаем усилять, то есть освоение территории нет, прочность тоже нет, который может приманить. Такое себе. Давайте стражу. А, уже исследование уже идет, я понял, уже поздно. Собираем ребят. 306. Откуда это все? Это где столько наворовали? Сразу же давайте проложим нормальные дороги. Все, вбухаем. Recruitment complete. Здесь ослов сразу же надо, и вот сюда тоже дорога надо, и домов от души, просто душа. Enemy in sight. Так, здесь the envoys asked me to wait right here. Бежим к нашим ребятам. Вот эта толпа справится. Enemy по идее должна. Да неужели в этом складе столько было народа? Enemy in sight. Research completed. Исследование завершено. Мне нужен топор. Enemy in sight. Давайте на топоры переключимся. И скажем пока что. Все, всех ушатали.
инженеров сколько у меня осталось? 25. То есть пятерку я смело еще построил. Раз, два, три, четыре, пять. Дорогу здесь бы провел. Здесь склад может быть. Ну ладно, посмотрим. Тут надо уже вырубать. Здесь сразу же вышку вторую. Башню. Я бы две поставил. И перед ними приманку. Тут аккуратно. Enemy in sight. Quickly. Enemy in sight. Ждем, Сэйн. Recruitment complete. Ждем. Все дома уже занесли. Охренели, я тут столько домов строю. Все, влетаем, врываемся. Enemy in sight. А вы вот, enemy in sight. Вот здесь вот можете разведать пока что? Так, у меня второй склад. Enemy in sight. Уничтожаем. Союзников спасли. Enemy in sight. Enemy in sight. Из-за затупов с камнем были небольшие enemy проблемы, inside. Но в целом нормально. Да я понял, что в другом враги. Enemy in sight. 343 дерева. Давайте правим. Почему 15? Просто не надо больше дерева, я не понимаю. А это купить. Я не хочу покупать. Мне продать надо. Давайте. Вот. Я все купить хотел, думаю. Что не так? Сразу же. Че, ребят? Вот здесь, да? Где все мои инженеры? Чем вы заняты? 4 разведывают, 7 доставляют. Чтобы построить, отправьте. То есть они типа должны что-то построить, но я так понимаю, там что-то не хватает. Так, а вот и разбойники, кстати. Это красный. Я думал, это типа такой нейтральный лайк. Так, отлично. Здесь разблокируем. И здесь возвращаем топорище. Куда вы ворвались-то? Ёшки-матрёшки. Быстрее уничтожайте. Сейчас было 105. Посмотрим, сколько у вас будет. До хрена на самом деле. Просто минус 15. 2 секунды отвлекся. Видим еще вышку. Charge! Там уже должны накосить. Our army is under attack. Так, мясо. Хлеб закончился. Тут все закончилось. Почему? Потому что нету носильщиков. Носильщики сейчас будут. Тут проверяем, что у нас все нормально. Убиваем склад. Вот здесь инженерам нужно будет. Recruitment complete. Да, это поэтому вот носильщики так далеко пошли, да? Инженеров, короче, надо еще. Да, хрена. Штук 10. Так, врага уничтожены. Склады вроде уничтожены. Подходим. Enemy in sight. Так, кстати, враг как раз получил подкрепление. Enemy in sight. Enemy in sight. Я так понимаю, опять надо подходить инженерами, да? А здесь давайте пойдем на перехват. Ну или вот так. Enemy
чтобы победить разбой. Enemy in sight. То есть надо все уничтожить. Enemy in sight. Но я добью их быстрее, чем они здесь дойдут, я так надеюсь. Вышки так и не достроились. Какую-то часть давайте я отправлю все-таки сюда. Тут еще у меня кто-то есть. Как-нибудь с горем пополам, я думаю, побьем. Почему никто не пошел? Я сказал, вы идете сюда. Just a few bruises. Enemy in sight. Поверху пошли, я понял. Recruitment complete. То есть они решили через верх. Enemy in sight. Интересно. На опережение, кто кого убьет, я не понимаю. Enemy in sight. Давайте выманим этих ребят. Equipment complete. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. И отойдем, чтобы под вышку не попасть. Прям жесткая оборона. Of course. Идите сюда, ребят. Хочу подвышку. Походу надо, придется. Вырываем. И надеемся, что никто не успел пройти на наш проезд. Так, аккуратненько убиваем. Подвышку сейчас надо уничтожить. Enemy in sight. И мы забыли совсем здесь. Enemy in sight. 4-5. Our army is under attack. Конечно, вы полезете. Enemy reinforcements arrived. Moving out. Order received. Давайте нападаем. И вот этим товарищам я пойду уже. Таглю эту вышку, потому что они по-любому полезут. We are under siege. Да, ну вот это неприятность. 93, достройте, я вас прошу. Yes. I'll take care of it. Recruitment complete. Хорошо, я ее сагрил. То есть уже не так сильно там будет. Здесь уничтожаем. И идем вниз. Потому что иначе нашим товарищам будет жопа. Хотя, если они пойдут за моими вот этими товарищами, здесь есть бастион. Главное здание, главное осталось уничтожить и все. I can build almost anything. We are under siege. Я думаю, нормально. We're prepared. Вот второй отряд. Октянь, подождите-ка. Второй отряд сюда лучше подвести. Потому что у нас здесь вот этого отряда точно хватит. Здесь у нас как дела? Мы уже получили подкрепление еще одно. Куда вы идете? 5-5. Ну, слишком далеко они находятся. То есть. Нет смысла. Самое главное, вышку уничтожили. Enemy reinforcements arrived.
Так, новое подкрепление, вот это уже опасно. Надо главное здание уничтожать. И прикинуть, что у нас вообще. Перебор с деревом получается жестко. И нехватка железа, золота. Ослов — самая большая ошибка, что я не построил. Что там у нас такое? Все, победа. Ну, справились, конечно, на тоненького затащили. Подкрепление наше перебили. Но мы справились. Я не понял. Еще кто-то есть, что ли? My people will forever be in your debt. In their name, I thank you for defending our homes today. The last bandit forces have retreated, and I already sent a scout to discuss an exchange of captives and wounded. This was a mistake. We came here to prevent a tragedy, but at which cost? We saved many lives today. The Maru cannot afford to lose more ground to these outlaws. You two can argue this all day, and in the future, we should always try to find a peaceful way to end our conflicts. But the bandits have made any attempt to negotiate a pointless effort. They forced our hands here, and I couldn't even begin to imagine the pain my people would have suffered from if we hadn't stepped in. There is no bravery in winning a fight. The real challenge is not having to fight at all. You are right. Even though there may not have been another option today, we still should try to find other solutions. I stood on the other side of such a conflict not long ago. We all did. Let's not forget that. I will start to look around for any usable information. That will be a great help. In the meantime, I'll prepare the ship and order my people to gather some supplies. Так, ну разбойников мы размотали, то есть нам надо храм осмотреть. Не знаю, кого туда посылать. Вот этих ребят. Ребята погибли тут у нас. Сколько их осталось? 29 человек, в принципе, это хрена. Just a scratch. Recruitment complete. Так, и здесь, смотрите, бегут назад. Ну, давайте заберем. Drive them back. Shields up. Кого больше? Так, на самом деле непонятно. Но сейчас мы их окружим. Как раз где-нибудь посередине. Вы захватываете такое здание. Исследование завершили. Что у нас тут? Плюс 200 прочность. Максимум цели. Это для кого? А это приманка. Управление. Плюс 30 урона наносимому разбойнику. Тут нормальная тема. Тут мы будем замечать. Замечен враг, замечен враг. This looked like a pile of rubble, but there was so much more to it. The bandits must have thrown all of this out as trash when they occupied the ruins. But there were so many interesting things in here. I found a few scrolls, several artifacts, and even pieces of art that mixed styles of our people and the Maru. Enemy in sight. Так, сообщаем совету. These old relics helped me to decipher the clues we found earlier. These scrolls are incredible. Translating them was so complicated because our language was mixed with an old Maru dialect. I could have never figured this out without these clues.
What does that mean exactly? The texts were unreadable for us alone, and the Maru would have been unable to read them too. Only a combination of both languages revealed the next location on the map. How can this be? There are no indications that our people ever worked together before. These scrolls are so old. Maybe you had another name for us. The scrolls tell of a group, the Maru called the Travelers. Does that sound familiar? Every child knows the stories about that tribe. There's more. There is a place Более close того, by, здесь недалеко a large есть гавань. Наши предки покупали там припасы перед тем, как плыть дальше, куда и лежит наш путь. That should be our next stop. A harbor for trade. Торговая гавань? Замечательно. Сейчас же займусь описью наших грузов. Чего у меня глаз дергается? Победа, ребята, мы сделали это. Мы молодцы. Ох, ну что, на сегодня все тогда. Всем спасибо. И все свободны. Увидимся в следующих сериях. 1.5 часа без 1 секунды, попрошу заметить.